Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И Нек наносит ответный удар, ребята, идем и продолжаем. Нек пробрался к порту, прошел через огромный город до этого. И прыгаем. Да как так-то, а? Ну что же я так, надо было аккуратно пройти здесь. А куда? Неужели в воду туда прыгать, нет? Стоп, воду нам точно не надо, потому что он туда не идет. Надо, значит, здесь где-то перепрыгнуть. Да, вот. Разойдитесь все быстро отсюда. Я иду, огромнейший Нек. Все сейчас получат у меня. Аккуратно. Готов? Этого вынес. Отходь. Да куда ты? Ну как так-то, а? Вроде все так нормально начиналось. Никто меня не трогал. На! Так, куда швырнуть его? Пойду с танком вперед. Потащили танк. Может быть, кому-то пригодится. Ну. Тихо, тихо, тихо. Ай, да как так? Я в них даже не успел швырнуть его. Надо было прыгать. Ну, у меня суперудар накопился. Я, наверное, по вертолетам смогу. Смогу бить по вертолетам. Идем дальше, ребята. Продолжаем. Продолжаем бежать. Наше приключение — это суперское самое приключение, потому что Нек стал вообще просто гигантским. Так, ну тут надо аккуратно. О, что-то можно было взять там. Машину, что ли? Подожди. А, вот, машину можно кинуть. Да ну нафиг, ну как так? Он меня опять попал. Зря кинул. Ну ладно. Надо теперь с этими летающими разобраться. А, вот, машину можно швырнуть. Смотри, можно машины прям в них кидать. На. А, вот здесь. Да уворачивайся, куда ты? Суперудар. Нет, что-то не так пошло, ребята. На! Готов. Давай, уже одного надо. Уворачивайся. Есть. Один разбили. А второй где? Так, вон там жизни можно взять. А второй, наверное, улетел уже, испугался. Ну, правда, вообще мало жизней. Ладно, вроде бы разобрались с ними. Пойдем дальше по городу. Гуляем. Немножечко рушится тут. Немножечко все рушится и ломается. Ну что, дорогие гоблины, здравствуйте. Это я, это всего лишь я, ребята. Всего лишь я. Вы так меня ждали долго. Бамс! Подходи! Малявки для меня. Они слишком маленькие для меня. Побежали. Ну кому тут наложили столько? Это все разряжается быстро, одним ударом. Так, может где-то рушится дома еще, надо посмотреть. Так, ну вот здесь надо аккуратно. Опять этот танк. Тихо, тихо. Отпрыгивай, брат, отпрыгивай. Хватаем. Хватаем танк, будем куда-нибудь закидывать. Бамс! А что, я думал, все разлетится здесь, не получилось. Янтаря бы побольше сейчас бы где-нибудь поднадыбать, потому что будут скоро какие-то крутые, я думаю, роботы. Все-таки дело, наверное... К завершению идет. Мы к главному роботу скоро придем, я думаю. Да тихо, подпрыгнем. Еще одна мина. Почему на него мины так плохо действуют, а? Вернее, вообще не действуют. Ребята, помашите мне рукой. Вон стоит полицейский, машет. Все, здесь Нек взялся за дело. Реально все получится. Я сейчас нанесу ответный удар этим гоблинам. Разойдитесь все.
Кто мост сломал? Ну-ка быстро признавайтесь. Я тут не ходил, я бы запомнил. Кто сломал? Ты сломал? Ну-ка, подожди, вот тебе за мост это раз. На! Ах ты! А вот машину я... Зря. А, он можно и так, и с руки ему достать. Нормально. Кто там еще стреляет? Тихо, тихо, тихо. Че ты прям закидываешь тут меня? Закидывает своей фиолетовой штукой. Я уже близко, чувак. Кстати, он, по-моему, с двух ударов раньше не падал у меня. Сейчас, сейчас все это намного быстрее получается. Значит, я еще крупнее стал. Вот, вот в чем премудрость. Мне кажется, я еще вырос. Вот сейчас забрал эти реликты, еще вырос. Ну что? Самый здоровый нек в мире. Так, я уже по третий этаж почти. Самый крупный нек. Чей самолет? А, это гоблин пытается смыться. Стой, подожди, братан, не уходи. Я его поймал. Все, полетели, давай, покатаемся маленько. Бам! И здесь раскидал целую шайку. Так, гоблины. Ну, это вы зря со мной связались. Держите! Это был супер удар. Ну-ка, давай. Куда ты поехал? Стой! Два удара, прикинь. Два удара, и все, и его нету. Главное просто увернуться от него хорошенько. Кто там еще? А, эти закидывают. На! Я уже достаю вообще легко до него. Даже машину не надо кидать. Тихо, тихо, тихо. Чё ты поливаешь меня тут? На! Следующий. Так, с какой... А, вот он. Ну. Тоже с двух ударов. На, три удара. В этот раз три удара. Давай, держи. Где там вертолет, самолет? Подлетай, кто хочет. Кто хочет получить танком? Нету никого. Все уже испугались. А куда мне идти-то дальше? Янтаря надо забрать. Ну пошли вон туда, наверное, откуда он выехал, надо туда идти. А, вот ребята стоят. Так, давай. Бамс, бамс еще. И еще удар. В общем, он быстро отлетел. Давай, маленького. Так, ну подожди, он же был... Да куда ты? Ох, вот это я подошел зря. Так близко. На. Раньше они для меня казались огромными танками. Непосильно их было прибивать. Но сейчас все проще намного. Еще один приехал. У меня есть машина, желтая, красивая тачка, на. Все для тебя, брат. Ах ты! А вот это плохо. Мало хп. Ну давай, добить его надо. Он остался-то один тут, наверное. Все. Совсем мало. Что-то я уменьшился, по-моему, даже. А-а-а, вот проход или это секретка. Посмотрим. Реликты, хорошо. Мало, правда, очень мало. Их надо, в этот раз надо их все больше и больше. Так, откуда он выехал? Он от, вот, отсюда. Пойдем сюда, теперь идем. Кто следующий, ребята? Наверх надо нам. Ну, хорошо, поползли наверх. Пробираемся по большому зданию. Надеюсь, тут кто-нибудь попадется мне, потому что я уже крупный такой. Я никого не боюсь. А вот огонь это опасно. Надо аккуратно проползти.
Так, 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 что-то все разгорелось, ну-ка. Вот, вот так. Потухло. Как так? А что? У меня же жизни там мало. Ну, ладно. Восстановили, пошли, жизни много теперь. Янтаря уже тоже много накопилось, это хорошо. Сейчас для битвы, наверное, пригодится, для финальной. Ну, если, конечно, это будет финальная битва. А где меня в тот раз подпалило? Здесь я вроде бы нормально прошел. Где-то вот здесь. О, вот, вот тут. Надо не торопиться просто, дождаться момента, когда это все потухнет. Все, теперь ползем. Давай, Некс, спускайся, у нас все будет хорошо. Сейчас узнаем, кто здесь на нас нарывался. Мы с ним разберемся и поговорим как следует. По-мужски все будет. Сейчас рухнет мост. Мост рухнет, да? Но мне надо... А, мне залезть надо, все правильно. В общем, быстро надо пробегать. Там и так он хлипенький, что-то весь разрушен. А, вон, смотри, главный. На, куда-то полетел. Не успел пролететь, братан. Кто не успел, тот не успел. Вот машина еще стоит. Ну-ка в него туда кину. Нет, далеко он где-то там. Ну что, три суперудара у меня. Ну попробуем еще вырасти. Получится, нет? Наверное, нет. Уже все, самый здоровый я стал. Да на... Стоп, 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 стоп. Подожди, дай, что он не запрыгнул-то? Иди нафиг. Да, да как так-то, а? Там он с одного удара-то падает, в принципе. Мы все спрыгиваем и начинаем. Наши танцы начинаем, иди сюда. О, приберег главное напоследок? Мило. Мне подождать, пока ты сядешь? Только учти, мое терпение не безгранично. Сяду? Я бы его только замедлил. Эта боевая единица полностью автономна. Мне нужно только активировать ее. Тогда ты сможешь увидеть, как я превращу ее в кучу сверкающего железа. Убить! Ах ты так, да? Ну все, понеслась. Сейчас мы ему кучу железа сделаем. Огромную, сверкающую. Куда поехал-то сам? Так, он может свалить под... А, он сваливает. Тебе нравится мой робот? Я смастерил робот Гандахара. Ребята, разберемся с ним в следующей серии. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И все будет круто. И не забудьте колокольчик нажать, чтобы уведомления получать. Всем удачи, всем пока.